Серьезная авария на трассе Екатеринбург-Алапаевск. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. Два человека погибли. Все случилось, когда автомобиль Toyota выехал на встречную полосу для обгона, но даже не успел начать маневр. Произошло столкновение. Удар был такой силы, что автобус отлетел в кювет. В этот момент в нем находились лишь водитель и кондуктор. Они практически не пострадали. Между тем, два пассажира Toyota, хоть и были пристегнуты, получили тяжелейшие травмы и скончались на месте ДТП. Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.